как работал дисковод, вам было показано в прошлом видео по поводу интернета. Интернет подключен. Нужен вход. Спасибо. Все, давай. Ты что, держишься? Не, я зайду. Надо будет поймать. Нет, рабочий. Но сервисы не будут работать, потому что в России они запрещены. Требуется вход. В саму сеть заходит без пароля. Требуется подтверждение.